вторую неделю подряд, вторую неделю сентября. Мы начали неделю назад. Продолжаются соревнования. В этот раз мы едем в Солнечногорск. Всероссийский турнир. Он идет в 2 дня, точнее в 3. Вчера был первый день. У нас выступали только 12-13 и 18+. Авдеев Андрей у нас вышел в финал 18+, но в финале драться не будет, потому что травмировал очень сильно. Вот сейчас везем, так сказать, молодежь 14, 15, 16, 17. Кто-то в моей машине, кто-то своим потом доедет. Долгов, ты выиграешь сегодня? Очень стараюсь. Поспорим, что первый бой сразу проиграешь? Я выиграю. Ну, поспорим. На перчатке Гарусова. Давайте. Не, ладно. Услышал сразу, да. Не, ну ты просто давно не выступал, но ты можешь. Всем движ, всем спорт.
Удачи!